Транспортной артерии, соединяющей защитников Сталинграда, со всей страной. Печники совершили через Волгу более 35 тысяч рейсов, перевезли свыше 60 тысяч солдат и офицеров, эвакуировали 30 тысяч раненых, составили десятки тысяч тонн боеприпасов. Полностью закончили операцию немецко-фашистских войск
окруженных в районе Сталинграда. Наши войска ловили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.